What is the cost of lies? It's not that we'll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all. What can we do then? Блин, ну, это чисто моя реакция сейчас на первый эпизод. Я не знаю, как дальше будет, но моя реакция на первый эпизод была вообще, ну, очень эмоциональная. Я понимаю, что это не документалка, во-первых. Это все-таки как бы докудрама, да, это документальная драма, художественное как бы произведение, основанное, вдохновленное реальными событиями, жизнями реальных людей. Но с первых же минут сериал затягивает и поражает, и просто становится страшно от всего ужаса того, что люди испытали, и ужаса вот этого вот, знаете, как начало бури, да, вот, когда люди видят и сами не понимают, что надвигается ужас, да, надвигается катастрофа. Все-таки я сам, да, поколение, которое родилось в 80-х, зацепило только конец Советского Союза, и то я сам казахстанец, да, как бы меня не затронуло это, и сейчас, да, когда уже мы получили независимость и там сами у нас свои проблемы, ну, как бы слышали, да, что была катастрофа на Чернобыле, но не было вот этой вот эмоциональной связи, не было эмпатии, да, так сказать, и не было эмпатии именно к людям, к жителям, к рабочим простым, которые на этом атомном реакторе работали. Мы больше просто как бы слышали про техногенную катастрофу, что все это было ужасно, были ужасно радиация была, там, мутанты, не мутанты, да, все такое, как бы. Но здесь вот, и смотря вот на, посмотрев первый эпизод, пробуждает вот эту, да, для меня лично, как бы, что я, как бы, взял с этого сериала, с первого эпизода, по крайней мере, это вот эмоциональная вот эта вот связь, эмпатия именно людям, простым людям, именно жертвам, да, и ужасы того, к чему может привести бюрократия, да, к чему могут привести, когда власть держащие люди, которые находятся на верхушке, в угоду своих каких-то, я не знаю, целей, чтобы прикрыть свою жопу или еще что-то, начинают врать, обманывать. То есть там у них были вот один пример, да, просто спойлер, один пример. После катастрофы у них как бы дозиметры, которые у всех на руках, они меряют там только до определенного уровня рентгена в минуту, кажется, так было, 3,6 рентгена в минуту. И все дозиметры, соответственно, показывают 3,6, и главный инженер, который там, Дятлов, он говорит то, что это нормально, это техническая вода, она была заражена, это нормально. А хорошие дозиметры, которые мерят в большей амплитуде, они там где-то в сейфе закрытые. И потом, когда другой инженер сказал взять эти дозиметры, и он докладывает результаты вот этих измерений хорошим дозиметром с большой амплитудой, он рассказывает, что этот дозиметр просто сгорел, да, который был рассчитан на 1000 рентгенов в минуту. И эти бюрократы, они просто говорят, я это... Москва нам, как всегда, прислала некачественные вещи, да, короче. И потом он говорит, что он другим дозиметром, военным дозиметром измерил, где показала максимум дозиметра, амплитуда максимально это 200 рентген, и она просто зашкаливала. И главный инженер атомной станции, главный по вахте, там, они начинают наезжать на этого инженера, говорить, что ты мне тут мозги не хавай, да, говорю, что за... Что ты тут мозги хаваешь, короче? Не может быть такого. Объясни мне там с точки зрения физики, науки, бла-бла-бла, короче, как это возможно. И вот это весь обман, и к чему это привело, вот это меня вот зацепило. Этот сериал все-таки был снят западными студиями, да, то есть британская, американская, HBO все-таки. Для них, да, как и отчасти для Казахстана,
эта история, она не особо, так сказать, покрыта. Мы все знаем, да, что была катастрофа, но не знаем именно, что было с людьми, да, какие жертвы вообще, какие усилия потратили, что случилось с этими жителями, да, и бюрократы, они везде одинаковы, будь то Советский Союз, будь то фашистская Германия, будь то сейчас Америка, они везде одинаковы, они всегда жертвуют обычными людьми, жизнями обычных людей, это всегда так, да, то есть, и я считаю, что для меня этот сериал, он станет и будет всегда напоминанием того, к чему может привести такое, да, и к чему приводят обманы, к чему приводит вот эта вот бюрократия, к чему приводит самообман, да, и всем тем, кто говорят, что это bullshit, что это не соответствует историческим фактам, ну, что я хочу сказать, это, то есть, этот сериал, он не должен 100% соответствовать тем историческим фактам. Для меня, как я уже говорил, то, что извлек, уроки, которые я извлек с этого сериала, из первого эпизода, да, по крайней мере, это вот эти вот ужасы обмана, самообмана, ужасы бюрократии, вот это вот послание, да, то есть, и мне кажется, это будет отличным, ну, это послание для будущих поколений и для наших вот поколений, те, которые начинают играть с жизнями людей, с такими опасными технологиями, то, что такая катастрофа, она всегда может случиться. Это может быть техногенная катастрофа, это могут быть войны или еще что-то, и всегда будут страдать, конечно же, обычные люди, да. И да, для меня это было вот так. Я просто, как бы, почему я хотел поделиться, во-первых, своей реакцией. Во-первых, я люблю смотреть кино, там, сериалы, музыку слушать. Я вообще меломан, люблю читать. И это один из тех сериалов, которые я прям с полной гарантией могу посоветовать всем посмотреть. Оно, конечно, жуткое. Жуткое в том плане, что это не ужастик, а именно физические, биологические эффекты радиации на человеке, это просто ужасно. И наблюдать за этим, как бы, когда ты смотришь, прям это очень жутко. И сам факт того, что это реально было, да, что такая катастрофа была, в жизни она могла быть намного хуже, да, мы не знаем. И от этого нам еще прям жутко становится. И эмоционально вот это, я прям с первых минут всех этих бюрократов, этого Дятлова, там кто еще, Фомин, я их прям сразу прям аж возненавидел, да, вот, ну, игра актеров, сценарий, все классно, прям вот эта связь с аудиенцией, со зрителем, она вообще шикарная. Я вам всем рекомендую, возможно, я просто такой эмоциональный, возможно, вы более спокойный человек, он вас не зацепит, но блин, ну, вообще шикарнейший сериал, всем советую. И для тех, кто знает английский, есть подкаст, допустим, у Apple есть приложение, да, стандартное его рабочее приложение, этот вот подкасты, там можете найти Чернобыль подкаст. Это больше как идет комментарий режиссера к каждому эпизоду. Обязательно ее тоже послушайте. Я вот сейчас как раз собираюсь после просмотра первого эпизода послушать первый эпизод вот этого подкаста. И также, ну, да, в принципе, обязательно посмотрите. Там всего-то буквально сколько, 5 или 6, 5 серий, да. 5 серий, там каждая серия там по 50, по часу. Я думаю, вы от этого ничего не потеряете. И наоборот, вот эта страничка истории, да, которая, ужас, который там произошел, будет такая эмоциональная связь. Я думаю, это пробудит в нашем поколении, у молодежи нашего поколения, вообще людей, которые посмотрят этот сериал, больше, так сказать, эмпатии к жизням людей, насколько мы хрупкие, да, создания, и быть более осторожными вообще с такими вещами, ценить жизнь, ценить людей вокруг себя, ценить природу. И, ну, да, вот это вот моя реакция. Я, конечно, просто офигел. Я реально скажу, я прям сидел, аж прям меня аж... Я когда видел этого, блин, Дятлова, его каменную рожу, я аж прям... Аж,
Я не знаю, я прям сидел, психовал просто весь эпизод, сидел. Это плохо для нервов, для невротиков. Я не советую смотреть этот сериал. Но эмоции... В этом ведь цель всех вот этих фильмов, сериалов, пробудить эмоции, получить эту эмоциональную связь, да, со зрителями. И это один из тех редких сериалов, которые у меня реально пробудили эти эмоции. Я аж прям хотел прям в этот экран прям забежать и этих прям чуваков по морде надавать. Ужасно, конечно, ужасно. Обязательно посмотрите этот сериал. Возможно, я сниму еще одно видео, когда досмотрю этот сериал. И как бы моя общая реакция. Но пока что, судя по первому эпизоду, я смело могу сказать, обязательно посмотрите этот сериал. Вы ничего не потеряете. Это не будет пустой траты времени.